Распрощаться с плохими воспоминаниями о 2017 году помогают на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Здесь проходит мероприятие под названием «День счастливого избавления». Несмотря на прохладную погоду, в очередь постоянно выстраиваются десятки человек. На листе бумаги можно написать все, что случилось плохого за год, и все, что хочется забыть. Проблемы у всех разные. Уходящий год был печальным. Мои родители болели. Звонили в 911 и вызывали скорую помощь. Надеюсь, что смогу забыть об этом и помнить о более лучших временах, проведенных рядом с отцом. Надеюсь найти силы двигаться вперед. Депрессия и беспокойство контролировали меня всю жизнь. Я хочу от этого избавиться. Я хочу забыть весь год. Новый 2018 начну с чистого листа. Все несчастливые воспоминания, изложенные на листочках, уничтожает бумагорезательная машина. Участники символической акции также могут написать о своих желаниях в новом году. Такие записки вывесят на всеобщее обозрение. Мероприятие «День счастливого избавления» проходит в Нью-Йорке 11-й год подряд.